Ежедневное количество заболевших коронавирусом после новогодних каникул постепенно растет. За минувшие сутки инфекция выявлена у 291 человека. Скончались трое жителей Кондопоги 32, 48 и 50 года рождения. Выздоровели 250 человек. В связи с наступившими морозами глава республики отменил ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте. Это сделано для того, чтобы предотвратить переохлаждение людей во время длительного ожидания на остановках. При этом некоторые другие ограничения продлеваются до 1 февраля. По-прежнему в республике запрещается проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе. Также до этой даты не будут работать детские игровые комнаты, расположенные в торговых центрах.